Улица Путейская. Вот такая тут свалка. Рядом с красивыми домами. Такой фронт работы в минувшие выходные пришлось осилить барнаульскому экологическому отряду «Чистый край Алтай». Бытовой и строительный мусор, пластик и стекло, автомобильные шины и даже старая мебель. Очередную акцию провели на берегу реки Пивоварка. Мусора собрали мы 102 мешка, это разного объема, там 180 литров, 120 и мешки, которые 60 литров, и 28 шин еще. В субботнике приняли участие 23 добровольца. Среди них «Чистый край», волонтеры другого отряда, народная дружина железнодорожного района и один местный житель. Мешки, инвентарь и вывоз мусора организовала администрация района. Очевидно, что мусорят местные жители. Мы видим даже тропинку к их домам. И на задворках здесь хранится огромное количество всякого материала, в том числе даже диваны, двери. По словам руководителя отряда, в частном секторе чаще всего главные виновники свалки – сами же жители. То есть они решили организовать такую, ну, свалочку, как бы это. Хотя дальше, получается, если по Путейской в сторону Павловского тракта, там есть контейнерная площадка. То есть, ну, не доносят. Не доносят и в Ленинском, Центральном и других районах Барнаула. География уборок широка, а начиналось все с Ляпихи в научном городке. 2021 год, 9 октября, собрались трое пацанов и поехали, решили это сделать чисто. И что там обнаружили, то есть там, ну, кучи были, кучи. Оттуда мы вывезли за 10 субботников мешков 600. Следующая акция пройдет 5 октября на озере за кардиоцентром, улицы Малахова, Гущина. Будут водяные работы происходить, придется в воде ходить, ну, как бы нам это не страшно абсолютно. Вот 5 октября всех жителей нашего города приглашаем в 10 часов. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов, «День с толком».